Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим автоматическое зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторов. Данное зарядное устройство импульсное от компании Koenner Sonner, модель KSB1A. Поставляется в фирменной упаковке. Давайте рассмотрим комплектацию его. Предназначено для зарядки аккумуляторов емкостью до 32 ампер. Это небольшое зарядное устройство. Подключается прямо в сеть 220. Одна кнопка управления, переключение 12 на 6 вольт. И также провод подключения к самому аккумулятору. Ток заряда в данном зарядном устройстве 1 ампер. В комплекте также имеется инструкция вместе с техническими характеристиками. При покупке на данное устройство обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость его вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.